Привет, Ютуб, с вами Ваня. И мы продолжаем играть с модом Milan Air. Так, как вы помните, в прошлой серии мы продолжили выполнять квест, и, насколько я понял из описания, в деревне должен быть построен какой-то алтарь, которого в данный момент здесь нет. Вот. Ну, собственно, чем мы сейчас и занимаемся. То есть мы будем добывать, приносить деревне все, что им нужно для дальнейшего развития. Я им уже сейчас продал каблстоуна. И они с этим каблстоуном начали апгрейдить домик вот этого самого ленивого карвера, который ни хрена не хочет сам ходить за материалами и относить результат своего труда. Ну да ладно. В общем, чем-то таким я тут сейчас и буду заниматься. А пока я, значит, нажму на паузу. Как только будет построен этот алтарь, я к вам вернусь. Так, ну давайте сделаю внеплановое включение. Я вот запустил черепашку, потому что, судя по всему, это все надолго. Пусть она пока нам добывает каблстоун. То есть вот такая ситуация. То есть городу нужен для дальнейшего развития камень. Камня у меня нет, я уже его весь потратил. Как нам вообще из этой ситуации? То есть мы, конечно, можем сейчас построить печки. Так. И обжарить. Так, ну, самый простой вариант — это найти вот эту шахту, рабочую шахту. Так, что-то я никак не попаду. А, вот здесь даже стекло еще у меня осталось. Почему-то он его не забрал, странно. И, собственно, вот, кладем сюда то, что нам нужно. То есть он здесь и сам делает этот камень, ну, а мы ему немножко помогаем. То есть вот он нам здесь пережарил кучу стекла. То есть, ну, насколько я знаю, стекло — это все как бы считается, что оно попало в деревню. То есть здесь они стекло обратно не продают, конечно. Давайте еще им продадим каблстоуна. Вот. То есть, по идее, он должен... То есть, у него как бы есть код, который занимается обслуживанием этих сундуков. То есть, вот. Ну, не сундуков, а печек. То есть, вот видите, он отсюда пропадает, камень. Они его забирают, складывают в сундучки потом. Вот. Видите, она взяла камень и понесла его туда. Так, стоп, стоп, стоп. Я что-то видел. Что-то похожее на квест. А, этому нужны больше перьев. Ну, мы ему уже давали перьев. Больше у нас нет. Репутацию нужную мы получили. В общем, вот. То есть, в принципе, вот все, что я хотел рассказать. То есть, как можно ускорить процесс. То есть, если бы я, конечно, был... Я, кстати, слетал на свою базу, перезарядил себе броню, также там отправил на обработку камень. Я прям как чувствовал, что он мне понадобится. Ну, естественно, там область не загружена, и процесс не идет. То есть, мне туда сейчас смысла возвращаться за этим камнем нет. Потому что я приду, собственно, к такой же пустой печки, как и здесь. То есть проще всего было вот просто загрузить каблстоун в их печки и дождаться, пока они сами его обжарят на своем топливе. Ладно, что же, я снова нажимаю на паузу. Увидимся, когда либо будет что-то интересное, либо они построят этот алтарь. Так, итак, наконец-то вот они начали строить этот алтарь. Заняло это
Я, конечно, не засекал, но приличное время. То есть они тут построили, проапгрейдили кучу зданий. И вот, наконец-то, начали строить этот гребаный алтарь. То есть у меня за это время черепашка докопалась до самого дна. Но все равно мне этого каблстоуна не хватило. То есть я вот только что вот здесь вот еще одну шахту копал. Да, кстати, ночное видение надо отключить, чтобы оно зазря батарейку не жрало. Вот. Ну, скажу я вам, ребята, этот квест за май — это самый геморройный квест изо всех. То есть, как бы, ну, учитывая вот эти вот битвы, ну, это вообще что-то нереальное. Я не представляю, как это в ванильном Майнкрафте проходить. Ну, скорее всего, конечно же, можно как-то там пройти. То есть, зелья всякие. Тем более, тут вот... То есть, вот этих майя можно покупать. Я, кстати, купил. А куда я его дел? Вот вопрос. Я у них купил все, что было. Какао. И куда ты его дел? Блин. Так, сейчас нужно будет переночевать. Давайте посмотрим. Может, я его случайно в этот сундук выложил? Нет. Не мог же я его весь выпить. Так, что у нас еще? У нас еще есть вот этот вот зеленый сундук. Блин, да почему я их называю сундуками? Это рюкзак. Рюкзак. Так, что там? Нету. Тут нету. Так, ну этот рюкзак я, в принципе, даже не брал. Обидно. Видимо, я либо их продал обратно случайно, либо удалил вместе с чем-нибудь ненужным. Давайте посмотрим. А у них и нет в продаже этого какао. Странно. Странные дела происходят. Во-первых, у меня это какао от квеста оставалось. Так, ну вот рюкзак я точно его не мог убрать. Так, тут его нет. Вы же помните, у меня еще была тарелочка с этой, с едой огнеупорной. Я ее тоже что-то не вижу. Так, здесь нет. Здесь нет. Так, вот это еда огнеупорная. Так, ну вот какао я что-то не вижу. Блин. Ну ладно. Фиг с ним, с какао. Как говорится, обидно, досадно, ну ладно. В общем, вот у них где-то здесь, возможно, вот даже то есть вот здесь они добывают это какао сами, ну, какао-бобы. Видите, они у них здесь есть. То сейчас должен прибежать торговец.
Да, вон здесь видали, сколько этого напитка волшебного. То есть мы, в принципе, в любое время можем у них его либо стырить, либо купить. Как вы помните, он дает регенерацию и что-то еще. Ну, довольно-таки полезный напиток. Я бы даже сказал, что полезнее кальва. А, ну, кальва что? Кальва нам силу только дает, и все. И то, по-моему, ненадолго. Ну, кстати, в сочетании с двумя этими напитками можно было там неплохо, наверное, повоевать с этими толпами солдат. Так что, может быть, все не так уж и плохо, как я думаю. Кстати, я в той яме, которую выкопала черепашка, нашел большую залежь ляписа. И так как у меня кирка на фортуну 3, я с этого одного месторождения собрал почти 2 стека ляписа. И мне этого хватило, еще он даже осталось, чтобы сделать лутинг 3 мечу. Так сказать, мелочи приятно. Ну, давайте воспользуемся этим. 20 перьев. Все. Вот здесь у них ферма куриц. Так, вот там есть яйца. Так, что нам ты предложишь? Ага, перьев нет, ладно. Так, вот здесь где-то чувак, которому нужны перья. Давайте еще раз выполним этот квест, пользуясь случаем, как говорится. Так, алтарь почти готов. Да, 92%. Как только он будет готов, сюда должен прийти тот шаман и, опять же, как я понял, то здесь какое-то хитрое жертвоприношение нужно будет совершить, а можно и не совершать. Как написано, что можно просто пропустить этот шаг и вернуться к тому королю в заключении в этой в обсидиановой пирамиде. Потому что у автора Вики не получилось так вот, что там написано? Так, вам надо совершить жертвоприношение, вопрос. Короче. Так, вот он. Нет, это не он. Сейчас сюда должен прийти этот шаман. Там что-то сказано про динара, то есть ему нужно динара положить, потом еще всякие разные предметы. Ну, блин, динаров у меня нет, у меня есть. Я не знаю, как тут из него динары вынуть. Так, ну вот. Ну, давайте чем-нибудь пожертвуем. Ну, видите. То есть, как там говорится, что какие-то предметы можно положить, какие-то нет. Вот, смотрите. Слезу Гаста можно положить. Отлично. Т-
Так, что еще? Для меня самое ценное — это ляпис, хотя уже нет. Так, ну это мы уже пробовали. Факел. То есть я так понимаю, что... Так. А, смотрите, а здесь подсказка есть. Так, положите подаяние богам. То есть экспериментируйте. Так, а сюда нам нужно положить деньги. Так, чтобы получить деньги, давайте сделаем финт ушами. Так, нам нужны динары. Давайте уберем наш мешочек с динарами в рюкзак и продадим им что-нибудь, чтобы получить мелочь. Да, вот этот момент они, конечно, не продумали. Так, я могу продать. И что, и все, что ли? Блин. Давайте у них что-нибудь стыбрим. Вот, давайте вот это вот. Стыбрим и снова продадим. Вот, у нас появились разные денежки. Так, что, он убежал, что ли, уже? Ну, скорее всего, за эту часть квеста какой-нибудь трофей дадут. В принципе, было бы неплохо, конечно, его получить. Было бы что поставить в рамку в наш дом. Так, ну-ка, ага. Денежки. Ну, давайте вот так вот. Бац, бац. Бац. Ну... Tool to be enchanted. Интересно. Интересно. Даже не знаю. Давайте попробуем сделать. А, ну да, фиг что получится. Ай, дурацкий этот. Блин, он спать ушел. Так, у нас остается мало времени. Ладно, давай сейчас попробуем. Так, вот он бежит. Надеюсь, он мои дары не просрал. Не просрал. Нет, лопату он не принимает. Так, молот он не принимает. Давайте кирку попробуем. Кирку он тоже не принимает. Может, ножка? Нет. Ладно. Давайте воспользуемся советом и просто отправимся к тому королю. В Майнкрафте очень много всяких предметов, и перебирать тут можно неделю. Да, у него активен квест, он, видите, надпись. Отлично.
Так, я поговорил с богами. Они всегда хотят больше жертвоприношений. Так, это закончено. Я не только шаман, способный зачаровать оружие. Так, давайте пока не будем торопиться, давайте... Ага, и он нам дает следующий квест. Давайте посмотрим, что это за... Так, источник зла. Это предпоследний. Так, пусть только поговорит с королем в обсидиановой пирамиде. Вам дадут квест. Так, после того, как вы примете этот квест, получите сообщение, что новое здание найдено. Так, потом мы прибудем на это место. Так, где нет здания. Так, мы должны копать вниз, пока мы не наткнемся на обсидиановое здание. Так, мы доберемся до обсидиана. Раскопайте несколько блоков на запад, пока не наткнетесь на землю, идущую вниз вместо обсидиана. Так, западная стена здания вся из земли. И может быть легко... Можно легко проникнуть там. Так, следующая комната содержит лаву. Противников и фейспаунеры. Так, 4 платформы. Ага. Так, ну тут идет описание, что нас там ждет. Спаунеры пауков и так далее. Так, после этой арии есть следующая секция. Так, Блейзы. Так, что нужно сделать? Так, Блейзы и спаунеры. Инсайд. Так, внутри сундуков, алмазная броня и мечи. Также там сломанный Незер портал в здании есть. Заберите все айтемы. Так, ну, насколько я понимаю, ничего конкретного нам оттуда принести не надо. Так, на северо-запад. Давайте выйдем. Так. Вот, северо-запад. Сорок метров. Так, куда-то вот сюда. 18 метров на запад. Это вот туда. 5 метров. Раз, два, три, четыре, пять. Как-то так. Так, вот сюда. Ну, нормально. Мы прибыли. Так, ну что же. У нас осталось довольно-таки мало времени. Давайте сейчас найдем это здание. Зачищать его будем уже в следующей серии. Кстати, не знаю, возможно... В принципе, сколько мы уже таких зданий зачистили?
Наверное, я сделаю это за кадром. Хотя, какой смысл делать это за кадром? Это же часть квеста. Так, меня обманули. Было написано про обсидиан, а здесь бедрок. Вы видали, что там творится? Ну, по крайней мере, здесь я в безопасности, меня никто не найдет. Я, знаете, сейчас? Я сейчас здесь... У меня должна быть вода где-то. Да, во, отлично. Так, опять у меня переполнен инвентарь. Так, ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. В следующей серии мы вот это все зачистим и закончим этот долбанный квест. Увидимся в следующей серии.